Всем большой привет, это Даша, и я снимаю это видео специально для конкурса Саши Спилберг. Папа и мама Даши Васильевой – сотрудники МВД. Они не жалеют, что познакомили дочь с цифровыми технологиями еще в дошкольном возрасте. Сейчас ей 13, и интернет для нее уже не средство развлечения. Под ником GoodDaddy на своей странице ВКонтакте и на канале YouTube она сравнивает свое мировоззрение со спорными моментами в реальной жизни своих сверстников. У нее есть свои зрители, больше 8 тысяч подписчиков, которые пишут, о чем хотели бы они узнать от Даши. И Даша снимает, я считаю, те видео, ролики, что интересно сегодняшним подросткам. Все началось с брекетов, которые зачастую подростки стесняются носить. Затем нешуточное обсуждение спорного тезиса, что важнее красота или ум. Теперь наша Даша GoodDaddy выясняет, насколько подростки доверяют интернету. Ну? Что ищем? Говори запрос. Как на... Новости. Не хочешь почитать новости? Как открыть? Молчи и просто скажи, как найти вещь, которую потерял в квартире. Цифровая фотокамера, хромакей и компьютеры превратили комнату Даши в мини-студию. Увлечение превратилось в качественно оформленные социальные проекты. Ее заметили известные видеоблогеры, и сейчас она представляет Улан-Удэ в престижном интернет-конкурсе. Надо было снять креативное видео, и 10 человек она выбирала. Потом будет идти вот из этих 10 человек голосование за победителя. И сейчас оно идет до 5 июня, и я прошла в эту десятку, и очень хочу победить. Что для этого надо? Чтобы жители Бурятии голосовали? Да, чтобы я набрала наибольшее количество голосов за свое видео. Отдать свой голос за Дашу можно по ссылке на ее странице ВКонтакте «Даша Васильева», проект под номером 3, он называется «Я доверяю интернету». Это же и на канале YouTube, никнейм GoodDaddy. Я прошу вас, умоляю, переходите по ссылке в описании и голосуйте за мое видео. Спасибо вам за все, всего хорошего, пока! Намсарай Намсараев, Евгений Павлов, новости дня.